Любите ли вы вишневый джем? Ну или вишневую наливку. Или варенье вишневое. Если любите, то знаете, что хороший фрукт вишенка. И очень хороший фрукт вишенка, в смысле черри, который представлен в Магнитогорске официальным дилером МакЧерри, что на Доменчик 5. Ну вот у нас в разнобой вишенки, да, появляются. Сегодня мы взяли самую маленькую вишенку. Черри куку. Шестая часть. Продолжение, как говорится. И начнем свое повествование с того, что вот посмотрите, как быстро и умело умеет китайский автопром реагировать. На что? Да на обвинение в том, что взяли вот Дэу Матис и передрали. Все. Черри куку 6. Это совершенно оригинальная машина. Почему? Потому что изменился, во-первых, кузов, во-вторых, экстерьер, ну и интерьер, разумеется. И при этом движочек остался, ну вот, 1-литровый, 62 лошадиные силы. И мы вот спорили, что это мало, я скажу, это достаточно экономно. И при этом машина имеет вместительный и просторный салон. И при этом, ну вот сказки про то, что машина, которая стоит 285 тысяч, должна иметь те же навороты, что и машина, которая, ну, с Японии пришла. Ну, видел я машины с Японии, да, неплохие, конечно, хороший вопрос, вариант, вопросов нет. Но вот тут самое интересное растаможка. Если бы убрать ее, да, то машины бы, конечно, подешевели, а так, извините, 40% стоимости, а вынь да положь. И в этом смысле Черри куку 6, ну, это прямой конкурент, между прочим, собираемому у нас, так круто пропиаренному, Рено Логан. Очень похоже, да, вот, и диски даже на 14, и кузов лифтбэк, только вот у Рено Логан там багажник стоит, а здесь вы можете поставить гораздо больше, и запихать, и сиденье сложить, то есть в этом преимущество кузова есть. А снаружи машина выглядит как седан. Теперь что мне понравилось сразу же. Да, и китайские дизайнеры, я не знаю, может быть, привлекали итальянских, но, по-моему, у них и так с фантазией все хватает. Потому что, ну, 2 миллиарда человек как-то найдутся, наверное, люди талантливые, да, если у нас на 145 есть. Теперь, рассказывая о том, на кого ориентируется китайский автопром. Вы не думаете, что на нас он ориентируется, или на американский рынок? Китай вообще растворяет в себе все самое лучшее. То есть взяли японскую электронику и растворили себе. И все компьютеры сейчас — это Китай. Ну, все товары от Gucci, Armani и все остальное я уж вам перечислять не буду. Да, и Китай сейчас взял себе на вооружение и Lincoln Town Car, кстати, и Volkswagen, и Passat, да, и BMW, и Mercedes E-класса, и S-класса тоже. Так что вы не думайте, что кто-то вот нам будет навяливать что-то уж совсем дешевое. Машина не дешевая, потому как здесь есть две подушки безопасности, сами подумайте. Да, здесь есть и мобилайзер. Здесь можно отключить функционально подушку безопасности пассажира. Кондиционер здесь тоже есть. Да, и про то, что регулируется рулевая колонка, я тоже скажу. Где машины приобретаются? Ну, приобретаются эти машины, разумеется, в фирме МакЧерри, что на Доменщиков 5. Место вполне обкатанное, все знают. Это там, где жила Кристина Авто, то есть фирма Рено. То есть вопросов нет, приходите, покупайте. Что еще меня порадовало? Порадовала богатая цветовая палитра этих автомобилей. Ну вот на весь вкус жизни, как говорится. И теперь, кому предназначены китайские машины? Да, это вопросов нет. Машины тех, кто только что закончил институт и собирается думать о дальнейшем карьерном росте. И некоторую часть времени он покатается на китайских автомобилях. Но, прежде всего, меня беспокоит другой вопрос. Почему наши пенсионеры докатывают вот тазики, шестерки и все остальное? Машины, конечно, интересные, но, извините, они свой срок отслужили. А сейчас, ну, благодаря доступному китайскому автопрому, человек, в конце концов, перед пенсией или на пенсии может получить возможность поездить и на иномарке.